на Енисее. Девчонки, доброе утро! Согласитесь, как хочется весной хорошо выглядеть. Сегодня в домашних условиях я вам покажу, как сделать классные маски из тех ингредиентов, которые есть у каждой в холодильнике. Поехали! Итак, первая масочка нам с вами поможет избавиться от жирности. Для этого нам с вами потребуется огурец, авокадо и все. Итак, начинаем с вами нарезать. Берем немножечко огурца. Кстати говоря, огурец, он очень хорошо увлажняет кожу. Ну а авокадо помогает бороться с неровностями. Авокадо есть олеиновая кислота, и она помогает бороться с мелкими морщинками. Проверим. Итак, как вы видите, у меня появился блендер, но если у вас его нет, то вы можете все эти ингредиенты просто измельчить при помощи ножа. Поскольку у меня есть блендер, я сейчас буду вот пробовать это делать при помощи него. Разобраться бы еще как. Итак, у нас с вами все готово, теперь вот эту кашицу мы будем наносить на лицо. Девчонки, ну конечно, эта маска наносится не очень удобно, но уже сейчас я чувствую освежающий эффект. В общем, конечно, я вам советую, если вы все-таки захотите ее сделать, всех своих других родственников лучше прогнать в какую-нибудь другую сторону. И лежим так 15 минут, наслаждаемся. Следующая масочка у нас с вами будет для выравнивания тона кожи. Для этого нам с вами потребуется 1 столовая ложка меда. У меня вот такой темный. Йогурт натуральный, тоже 1 столовая ложка. Кроме этого, хлопья овсяные и куркума. Сейчас будем все смешивать. У нас, естественно, увлажняет и питает кожу. То, что касается куркумы, которую я сейчас добавлю, вот она отлично борется с пигментацией. Если, например, у вас есть такие проблемы, то вот говорят специалисты, что это должно помочь. Кислота, которая есть в йогурте, она поможет подтянуть овал лица, ну и также придаст нам сияние. Сейчас будем все пробовать. Прежде чем нанести эту масочку себе на лицо, хочу сказать вам, чтобы вы попробовали нанести ее сначала себе на руку и посмотреть, нет ли у вас аллергической реакции. Ну вот у меня вроде нет, поэтому начинаем. Девчонки, у меня родилась идея, ведь вы можете делать такие маски, созваниваться онлайн со своими подружками. Согласитесь, что это весело? Поднимите друг друга настроение. Держим эту масочку на лице 10 минут,